Привет, продолжаем играть в Prophecy of Pandar. Мы с вами ввяжемся вот в эту драку. Блин, не успел. Очень хочу их убить, потому что по одной простой причине у них тут есть рыцари заката. Я хочу проверить, получу я их или нет. Вы были окружены. Да, я как бы нападал. Сейчас подожду, пока они будут нападать. Charge! To me! Они что-то не спешат, что-то не спешат. Ждем. Они, блин, кучка идут. Я надеялся, они растянутся хоть немного, но нет, они куча идут. Забавные. Развернулись обратно. Хоть кого-то убейте одного, блин, и мы пойдем в атаку. Пока что-то не очень. И... Ладно. Вроде неплохо. Так. 20. А у них новая волна пришла, блин. Ну, эта волна вроде полегче, чем матрицы. Витикол. Сквайра убили, блин. Жаль. Сквайр из Бакуса мог вырасти в нормального рыцаря из Бакуса. Так, ну, дальше. Сколько их там осталось? 27. Я восьмерых уже потерял. Так, ну. О.
почетного. Так, тут еще появились ребятки. Добиваем. Опции ничего. Да откуда у них столько магнусов, еретиков, блин? Их было шестеро. И уже половину перебили. Больше народу у них. А магнус еретиков все равно есть. Что за херня? Четверо осталось. Фу, тяжелая битва на самом деле, потому что прям очень, они очень сильные. Тяжело их пробить за счет того, что магнусы — это тяжелая конница. Один остался, все, его добьют уже без меня, я надеюсь. Да, добили, все прекрасно. Осталось выйти. Ай, 110. Кошмар, мы, конечно, получили звездюлин. Не слабо так. Тяжелая пехота, лучник, две воительницы, дозорные. Это что? Застрельщики еще. Хорошо. Кавалеристка, 4. Забираем. Мечники. Леди Энхерия. Я не знаю, что это, но я заберу. Так, кого мы можем выбросить, кто нам не нужен? Давайте начнем с тех, кого большое количество. Вот этих, например, застрельщиков 10 человек. Да, гулям заката. Где шериф? Смотритель. Я не понял одного, а где в эти... Должны быть еще... Я не понял. Тут должны... Блин, ну это... Такая печаль, вы не представляете. Тут должны были быть еще два рыцаря заката, и я их, скорее всего, взять не могу, потому что у меня с рыцарями заката плохие отношения. Из-за этого у меня просто... Я пролетаю через рыцаря заката. Пехотинец. 4 застрельщика еще выкидываем, ладно. Вот этих забираем. Вот этих забираем. Готово. Заберем. И, в принципе, все, пока. Бегущие враги. Сквайр Черного Сердца. Отступник. 505 динаров я получил. Так, сохраняемся. Фу ты. Нажимаю не ту кнопку и удивляюсь, почему я сохраниться не могу. Так, хорошо, в принципе, мы выжили с вами, набрали неплохих воинов. Сейчас мы еще раскидаем уровни. Стражница, наемный мечник. Кстати, имперский гладиатор. Я наконец-то посмотрю, что за имперский гладиатор. Угу. Это максимум для него. То есть дальше имперского гладиатора ничего не будет. Хорошо, понял. Спасибо. Буду знать. Теперь нужно... Дочери Персионы, это что? Я чуть не напал на них, чтобы вы понимали. Если бы я на них напал, я бы таких отхватил. Я прям почувствовал, как это все. Ah, Captain. Well met. Сержант. Эдис.
То есть я могу набрать себе, наверное, человек 40 просто ребят, которые будут бегать за мной, как дурачки. Готово. Yes, my lord. Вечно забываю эту фигню. Давайте разные. Во-первых, нужно скинуть кое-что. Да блин, второй раз уже продаю то, что не хотел. Это пока оставим, это продадим. Вот это заберем. Кто у нас там пеший? Ты у нас пеший. Ты у нас конница. Переименовать. Вот так. Вот так. Так. У меня 54, конечно, защита. Тут 50. Не, глупо выглядит все равно. 9 35, надо будет ему поменять оружие, не забыть. Хорошо. Конница, конница, конница. Везде уже все конница. Прекрасно. Это тут все в порядке. С этим разобрались. Сохраняемся. Ого. Давайте-ка мы их поможем победить. 17 вражеских воинов. Конечно, зря. Надо было проклацать, но ладно. Послать солдат без себя просто. Было бы больше. Было бы лучше, точнее, быстрее бы закончилось это. Ну ладно, ничего страшного. 17 человек мы должны перебить достаточно быстро. Теоретики. Со всех сторон уже лезут. Ведьма кровавая клят. Серьезно? Магнус Кол. Ведь головой клятва. Дашь снова нормально или нет? Понял? Животные звуки какие-то издают. Да ну вас нафиг. Идите, сражайтесь по футболке. Вот так. Два осталось. Кстати, кровавый ведьмой жестокий барышни. Настолько мощно и быстро развоплотить просто кучу народу. Так, кавалеристка, вот. Вот этих забирать надо. Дева меча вообще шикарно. А, ладно, давайте кого-нибудь выкинем. Пехотинец бронированный. Не, воителя. Хочу посмотреть на воителя. Давайте тут кого-то выкинем. Легкий пехотинец. Давайте вот так сделаем. Во-первых, две кавалеристки. Дева меча. Крестьянка торговый. Нет, 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 нет. Нет. А, бронированный лучник. Ну и, в принципе, давайте добивать обратно. Этих. А, там они неинтересно. Прекрасно. Мы, в принципе, закончили с этим. Мы
неплохо прокачали сейчас. Прокачаем, точнее, ребят. Разведчица, две стражницы, наемный мечник, дева меча. Валькирия дальше пойдет с нее. Кстати, у меня валькирия есть или ее убили? Нет, есть валькирия, шикарно. Было бы очень печально, если бы ее убили. Давайте еще раз съездим в нашу деревню. Получим награду за выполнение. Три хлебушка. Классная награда. А, нет, ни одного. Банда разбандивания. Мне нравится продуманность этой игры. Когда я спрашиваю вас, кто-то... На вас кто-то нападает? Не, никто. Возможно, есть задание. Да, нам докучают разбойники, поэтому научите нас сражаться, пожалуйста. Логика. Шикарная. Кстати, держался неплохо, мужик. Молодец. Обучаем еще крестьян. Теперь их трое. Молодец. Он меня ударил. Хорош. Так, и последнее обучение. После чего, как обычно, еще один. Нормально, он смог защититься. Хотя бы один раз. Еще обучение. Да я и так в деревне, куда мне возвращаться? Вы пьяные, что ли, все? Где я так полдеревни уже избил? А вот и бой. Ничего себе, тут в деревне людей куча. Я работать некому. Во, уроды, а. А ну-ка, слазим. Так. Хорошо. Еще двое остались, но они уже их добьют без меня. Так. Так, так, так. Неплохо. Все. Закончили. Что ты там хотел? Ой, нужно помнить, что... Будут с ней друг к другу. Из-за овц, блин. Овцы, твою мать. Ну серьезно, ребятки, овцы. Ненавижу вас. Ладно. Так, мы уже подняли неплохо. 57 у нас уже отношения. Народ верен вам. Понятно? Это уже деревня, которая верна мне. Так вот, изменять с другими не будут. Хоть что-то радует. Сарлеон собирает праздник большой за Сарлеон. Не, я не поеду на праздник Сарлеон. Хотя там будет турнир, конечно. Турнир это неплохо. Кстати, у нас тут подоспело улучшение. Тяжелый пехотинец. Воительницы. Мечники. Разведчица. Все? Да, все, к сожалению.
Жаль, жаль. А, там уже праздник начался. Я лучше вон в таверну пойду. Хорошо. Я типа учу. Действительно, да, я хочу выйти. А почему? Потому что не хочу сейчас этим заниматься. Это будет длительный процесс. У меня нет не интереса, а скорее нету желания столько сидеть с ними. Тем более серия на данный момент уже подходит к концу. В принципе, продолжим мы с вами в следующей серии. На данный момент всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, буду рад вас видеть. Всем пока.